Участие в нем приняли те же команды, что и в прошлом году, но ряд соперников усилились по качеству своего состава. Так что все боролись в каждом из видов до конца. 13 команд, в том числе две местные, оспаривали первенство в нескольких видах программы слета. Ориентирование, эстафета на воде, турполоса, комбинированная эстафета. И даже визитная карточка выступления на сцене стали незабываемыми. Бежим по тропке целый день мы без разбора. И кеды мокрые у нас уже давно. Соревнования на воде стали одними из наиболее зрелищных видов на слете. Прежде всего из-за хорошего обзора для болельщиков. Весьма впечатляющей и по-своему захватывающей стала турполоса, без которой не обходится ни один турслет на протяжении многих лет. В целом атмосфера спортивно-туристского форума была бодрой, и даже жаркая погода не сказалась на настрое команд. Ставший традиционным салют ознаменовал не только окончание нынешнего слета, но и старт нового туристического сезона, который теперь уже не за горами.